Почувствовать себя настоящим пожарным и испытать в действии оборудование огнеборцев – этого пятиклассники 40-й школы ждали с нетерпением. В день открытых дверей такая возможность представилась. Сначала экскурсия по внутренним помещениям пожарной части и, самое интересное, осмотр техники. Стоило пожарным выкатить автоцистерны, как ученики облепили машины со всех сторон. Сегодня видели пожарную технику, машины, рукава. Нам рассказывали, как работает пожарная техника, понравилось все. После осмотра пожарных машин настало время проверить их в действии. Сейчас будет продемонстрирован работа лафетного ствола с подачей воды. Такого, признаются ребята, на занятиях не увидишь. О правилах пожарной безопасности ученикам 40-й школы рассказывают на классных часах. Но теория одно, а увидеть все своими глазами совсем другое. Они узнают о том, как вести себя во время пожара, какие действия предпринимать, как находить безопасный выход легко и быстро. Все машины в пожарной части новые. Их привезли перед Новым годом. Огнеборцы отмечают большой функционал нового парка автомобилей, перевозка личного состава, объем запаса воды и, конечно же, отличное состояние. Показали ребятам сегодня все. Первое это было автоцистерна на базе шасси «Урал». Вместимость 5,5 тонн. Разница с этой, здесь вместимость цистерны меньше, здесь 3,2 тонны. После экскурсии педагоги придумали для школьников специальное задание – написать, что нового они узнали сегодня. Альбина Скозлаускас, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ.